Весна вскрывает недостатки. Личане обратили внимание на неприглядный вид газона возле Дожиночной площади, где складировался искусственный снег для обустройства лыжни на лыжероллерной трассе в сквере у кургана Бессмертия и небольшого участка самой лыжероллерной трассы. Наша съемочная группа побывала там и убедилась, что вопросы действительно есть, но называть ситуацию критической не стоит, так как проблема эта решаемая и уже решается. Что касается участка трассы, то оставшийся лед сегодня был вывезен силами дорожно-эксплуатационного хозяйства ЖКХ. Коммунальщики также подмели песок, а вот газон у Дожиночной площади и со стороны улицы Тавлая, который пострадал от тяжелой техники, доставлявшей снег, как пояснили в отделе спорта и туризма Лидского райисполкома, занимавшимся обустройством лыжни с искусственным покрытием, будет благоустроен во время весеннего субботника. Силами отдела спорта и туризма он будет засеян травой. Работы по наведению порядка на Дожиночной площади будут проведены во время традиционных субботников в апреле месяце.